Доброго времени суток, друзья! С вами Екатерина Чистополь. И я хочу немножко поделиться с вами своей историей, как я познакомилась с компанией OneCoin и почему я вообще приняла решение развивать этот бизнес. Впервые о компании OneCoin я узнала летом, в июле прошлого года. Но вы знаете, не отнеслась серьезно. Я подумала, что это что-то такое сомнительное, что-то такое ненадежное. А так как я занимаюсь серьезным бизнесом уже 8-й год, никогда не участвую ни в каких сомнительных мероприятиях типа финансовых пирамид, я подумала, что OneCoin это что-то подобное, поэтому человека, который мне показал эту возможность, мягко говоря, я послала куда подальше. Когда пришла информация еще раз, это произошло уже в ноябре прошлого года, и узнала я от человека, которому я доверяю и знаю много-много лет, здесь я стала разбираться, и, откровенно говоря, уже потом, когда я разобралась в теме, когда я вообще увидела, насколько это серьезно, насколько это легально и насколько это заходит надолго, я уже 5000 раз, наверное, пожалела о том, что я не начала летом. Но, видимо, в тот момент я была не готова. Так вот, почему, вообще, на что смотрела я и как я оценивала эту возможность для себя? Первое, для меня было очень важно, чтобы компания была легально на рынке, чтобы был весь пакет документов. Я посмотрела, какие серьезные фирмы оказывают юридическую поддержку компании. Для меня было важно, кто стоит у руля компании, то есть что это за личность. Президент компании человек очень известный и очень серьезный, имеет несколько юридических образований, то есть человек подкованный. Также, что меня вообще поразило, то есть компания входит в рейтинг Business for Home среди всех MLM-компаний, и уже 4 человека, вдумайтесь, компании всего чуть больше 1 годика, и уже 4 человека входят в топ-10 по чекам среди всех MLM-компаний. О чем это говорит? О том, что компания сейчас находится в тенденции, о том, что идет очень серьезный рост и о том, что люди здесь зарабатывают серьезные деньги. Это среди всех вообще гигантов MLM-индустрии, то есть уже 4 чека в топ-10 из OneCoin. Меня, конечно, шокировала вот эта цифра, то, что уже 8 тысяч человек всего лишь за 1 год они вышли на доход более 35 тысяч долларов в неделю. Вдумайтесь, то есть это не один человек, не 2, не 10 человек. Таких результатов я не видела ни в одной сетевой компании никогда и ни на одном событии. Уже порядка 2 миллионов участников есть компании. Что меня здесь радует? То есть я работала в свое время с реальным товаром, с продуктом. Это была и косметика, это были различные добавки для автомобилей. То есть была продукция по здоровью, но с чем я столкнулась? Далеко не все люди в сети умеют продавать продукт. И хоть во многих, я знаю, некоторые команды позиционируют себя так: мы ничего не продаем, мы только включаем людей в бизнес. Вы знаете, если не происходит вот этого процесса, когда товар уходит к конечному клиенту и обратно, то здесь дома образовывается склад, ходят люди, не все умеют подписывать людей, то есть человек ходит, не знает, как ему продать продукт, потом кто-то вообще уходит и плюется на сетевую индустрию, просто потому что он не научился, он не успел это сделать. Что меня радует здесь? Все 100% людей в моей команде, даже те, кто не выстраивают сеть, они здесь зарабатывают деньги за счет роста монет OneCoin. То есть это просто супер, потому что фактически у любого человека, неважно, чем он занимается, очень многие люди заходят сюда на пассивный доход. Ну, конечно, сетевики, кто уже соображают, им интересна сеть, потому что все деньги, они в сети. И план выплат, он тоже радует, он очень щедрый и высокооплачиваемый. Фактически, могу сказать, основная масса моих партнеров, которые у меня появились вот за, скажем, короткий срок, буквально всего 6 февраля я начала активно здесь развивать свою организацию. И
все люди, кто начинает активно действовать, в первый же месяц они бьют свои рекорды по доходам в предыдущих своих проектах. И, как правило, у многих этот доход за первый же месяц, он увеличивается, ну, увеличен по сравнению с предыдущим в 3, а у кого-то и в 5 раз больше, нежели человек когда-то зарабатывал. То есть это еще раз говорит о том, что компания находится сейчас тенденции. Также, конечно, меня радует то, что система, по которой мы работаем, она легко дублицируется. То есть любой человек, ему не надо иметь особые там какие-то спецнавыки для того, чтобы здесь зарабатывать деньги. В компании OneCoin есть очень мощное финансовое образование. И что нравится лично мне, то что мои партнеры, вообще я это слышала много лет, и, возможно, вы слышали, что для того, чтобы деньги росли, необходимо иметь привычку их откладывать, выращивать свой капитал. И часто бывает так, что люди начинают это делать, но потом забрасывают, складываются обстоятельства, он залазит вот в эти свои закрома и тратит эти деньги. Потом начинает снова, снова и снова. А здесь система устроена таким образом, что фактически у любого человека, который здесь зарабатывает деньги, у него растет его капитал. А я вам могу сказать, что, ну, приведу свой пример. Сначала я взяла пакет на 500 евро, это было в ноябре месяце, и почти 3 месяца я, можно сказать, в кавычках потеряла, но скажу по-другому, я инвестировала свое время на то, чтобы разбираться в этой теме и ну, то есть сделать выводы, что вообще за этим стоит. За 3 месяца вот эти мои 500 евро, они увеличились и превратились в 1500 евро, то есть фактически в 3 раза. Потом я взяла еще один пакет уже на 1000 евро, и сейчас, на сегодняшний день, вот считается, 1500 вложенных евро, они принесли мне на данный момент порядка уже 6200 евро. То есть вот во столько раз увеличился мой капитал, фактически вот ну, с ноября прошлого года, за полгода, можно сказать. Я не знаю больше, где можно вот так вот вырастить свои инвестиции. Это чисто пассивный доход. Если мы говорим об активном доходе, я начала развивать свою организацию 6 февраля 2016 года. Активный доход по сети, вот считай, сейчас у нас 2 мая сегодня, да, и фактически это февраль, март, апрель, за 3 месяца мой доход составил, в рублях скажу, 754 тысячи рублей. Это только лишь при старте. И здесь я начинала с нуля, то есть я не заходила с какой-то огромной сетью. Я с нуля начала этот бизнес. И сегодня, вот фактически, если сложить мой пассивный доход, мой активный доход, фактически за 3 месяца это 1 300 000 рублей. Я считаю, что это вообще круто. Я очень возбуждена той возможностью и теми вообще перспективами, которые сейчас есть и открываются перед нами. Поэтому, друзья, я вам рекомендую, вне зависимости, то есть чем вы сейчас занимаетесь, это, конечно, все круто, иметь дома склады с товаром, это круто молиться на свою компанию, это очень здорово. Нам сказали, некоторым говорят, если ты не преуспеешь в этом проекте, ты не преуспеешь никогда. Знаете, что я вам хочу сказать? Поставьте в приоритет цели и планы своей личной и своей семьи. Компания – это всего лишь инструмент. И я считаю, что OneCoin на сегодняшний день – это лучший вообще инструмент для того, чтобы гораздо быстрее достичь своих целей. Поэтому сегодня я в OneCoin. Если вас затронуло это видео, если вы готовы сегодня открыть уши и разобраться в этой уникальнейшей возможности, я вам просто рекомендую, прямо сейчас свяжитесь с человеком, который показал вам это видео, или запишитесь на вебинар, ссылку вы увидите под этим видео. Разберитесь, вникните, стартуйте и начинайте, потому что этот год будет огромнейший рост, сейчас вы увидите много изменений, сейчас будет очень много новостей, огромный рост доходов, огромный рост команд и структур. Поэтому, если вы готовы изменить свою жизнь, делайте это прямо сейчас. И я вам желаю всего доброго, до новых встреч и всем пока-пока!